Основатель концерна Multigroup Гаги Хацарукян 23 июля принял делегацию знаменитой австрийской компании OmniTech, занимающейся производством криптовалюты биткоин во главе с исполнительным директором Миланом Сормазом и соучредителем Робертом Фельге. В составе делегации были послы компаний из различных континентов и географических регионов. От Австрии до Кипра, от Южной Кореи до России, от Вьетнама до Израиля, от Индии до Соединенных Штатов. Поговорив о начале сотрудничества с Multigroup в начале этого года, исполнительный директор компании OmniTech Милан Сормас поблагодарил Гаги Кацарукяна за оказанное им доверие с первого дня и за принятие в большое семейство Multigroup. Теперь личность Сарукяна вдохновляет OmniTech переместить весь свой бизнес в Армению. Во-первых, господин Сарукян, хочу поблагодарить вас за предоставленную возможность находиться здесь. Принимая во внимание ваш безграничный авторитет и веру и доверие по отношению к вам, наша компания решила продать наши майнинг-фермы, действующие в Австрии и Швеции, и полностью переместиться в Армению для создания здесь крупнейшей майнинг-фермы в мире. Поприветствовав исполнительного директора и послов компании OmniTech и отреагировав на их решение переместить бизнес в Армению, Гаги Хацарукян подчеркнул: «Ответственность более высокая, когда есть доверие и вера. Я несу ответственность за любой ваш вклад», — объявил Гаги Хацарукян. «Я очень рад вновь видеть своих партнеров в Армении. Ответственность гораздо больше. Когда есть доверие и делаются конкретные шаги, мы должны быть более ответственны для сохранения этих доверительных отношений. Я сделаю все возможное, чтобы они были уверенными в своем сделанном шаге. Я готов составить и подписать любые бумаги, чтобы скрепить это не только словом, но и документально. Поскольку люди делают серьезные шаги и приглашают коллег со всего мира, ответственность более высокая. Мы должны суметь сохранить эти отношения как святыню. Как деловой человек, посещая какую-либо страну, конечно, первым делом обращаешь внимание на то, кто твой партнер. А когда есть доверительные отношения, можно переходить от слов к делу и скрепить все надлежащим образом, документально, в соответствии с законом. Я повторяю, что ответственен за их любое вложение в нашей стране. Господин Сарукян, нашей целью является превращение Еревана под вашим руководством в новый центр блокчейн-технологий. Блокчейн является интернетом 21 века, и будущее принадлежит именно ему. Снова отметив возможности Гаги Хацарукяна и доверие к нему, представители OmniTech попросили основателя концерна Multigroup оказать содействие в организации приема и крупномасштабной встречи компании в конце октября в Армении, в которой должны участвовать 7 тысяч человек практически со всех стран мира. Это, безусловно, будет многонациональная и мощная встреча, в которой будут участвовать люди из Соединенных Штатов, Латинской Америки, Европы, России, Японии, Китая и других стран. Принять такое количество людей в Армении без вашей поддержки, господин Цурукян, практически невозможно. Представьте, что будет твориться, когда 7 тысяч человек встанут перед этой фермой и будут рассказывать об этом в прямом эфире. Миллионы людей узнают об этой крупнейшей в мире майнинг-ферме, которая, могу с уверенностью сказать, является беспрецедентной. Мы организуем все, даже невозможно. В соответствии с продолжительностью их пребывания составим программу посещения достопримечательностей и интересующих их мест. Мы организуем все на очень высоком уровне. Это дело нашей чести, нашей страны, нашего народа. Они представят все своим партнерам, и при необходимости можно будет изменить программу их пребывания так, чтобы наши гости получили бы удовольствие, и у них осталось бы хорошее впечатление и хорошие воспоминания о нашей стране и о нашем народе. Гаги Хацарукян несколько раз подчеркнул, а гости согласились с ним, что важнейшим условием двустороннего сотрудничества является доверие. Поскольку они продают свой бизнес в Швеции и Австрии и сосредотачивают свой бизнес в Армении, то понятно, что мы должны нести большую ответственность. Я благодарен за доверие. Мы сохраним ее как святыню. Если партнеры должны доверять, помогать, поддерживать друг друга, то, тем более, с армянской стороны должна быть большая ответственность, потому что сегодня мои партнеры и друзья делают более крупные вложения, делают шаги для создания новых рабочих мест в Армении. Они будут платить налоги, и, следовательно, мы должны быть более внимательными, чтобы сохранить эти вклады и это доверие. Каждый человек должен быть ответственным, должна быть вера и доверие.
Ничего не бывает без доверия, и доверие должно быть взаимным. Когда я впервые встретился с вами, господин Сарукян, вы мне внушили такое доверие, что у меня не осталось никаких сомнений, что все наши проекты увенчаются успехом. Желаю удачи. Послы Омниатек работают с более чем 2000 человек по всему миру. В их числе есть также армяне. Послы выразили свое восхищение по поводу личных качеств Гаги Кацарукяна и осуществленных их программ, отметив, что Царукян также пользуется высокой репутацией среди деловых людей за рубежом. То, что делает господин Царукян для своей страны и для своих работников, является невероятным. Каждый раз я бываю впечатлен, когда вижу, какую заботу он проявляет по отношению к своим партнерам и работникам. Господин Царукян, мы счастливы, что вы открыли новые двери перед нашей компанией. В прошлый раз я был в Армении со своими 150 партнерами, которые признались, что никогда не видели такой большой майнинг фермы. Уверен, что наше развитие будет быстрым и ощутимым, поскольку мы имеем такого партнера, как вы. Мои друзья много рассказывали о господине Царукяне. Я рад, что сегодня встретился с ним лично. Сотрудничество с Multigroup дает нам, как организации, возможность быть более прозрачными, что исключительно важно для нас. Все мы ждем большой встречи, которая должна состояться осенью. Думаю, что это будет только начало совместного большого сотрудничества. Я больше предпочитаю действовать, чем говорить. При следующем моем визите в Армению я приеду с большой группой азиатов. Именно это будет доказательством моего безграничного доверия по отношению к вам, господин Царукян. Сотрудничество с вами и с Multigroup внушает нам доверие. Господин Царукян, ваше имя очень известно во всем мире. У вас большой авторитет, и вы очень положительный человек. Уверен, что нас ждет большая удача. Израиль – маленькая страна, но она является мостом в Европу и Америку. Господин Царукян показал мне различные здания и сооружения, действующие в подчинении концерна Multigroup. Я каждый раз удивляюсь тому, как его глаз замечает такую красоту. Сейчас он для нас строит не только самую крупную майнинг-ферму в мире, но и самую красивую. В этом не может быть сомнения. В конце встречи Гаги Царукян предложил делегации компании Omniatek познакомить с историей ереванского коньячно-винно-водочного комбината Арарат. Omnia и Multigroup строят крупнейшую в мире майнинг-ферму по производству криптовалюты биткоин на огромной территории, находящейся в соседстве с торговым центром Ariensmall. Помещенные здесь мощные сервера 7 дней в неделю, 24 часа в сутки в бесперебойном режиме добывают различного вида коины, в том числе биткоин, эфириум и дэш. Aharon Hayrapetyan, Karen Sarkisyan, Hovhannes Gyurkchyan, Epicentron.